этот вечер у мемориала воинской славы не прекращали звучать песни и стихи военных лет. Памяти верны. Такое название дали концерту, посвященному защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы вспоминаем героев, химчан, которые прошли Великую Отечественную войну. Те страшные дни, те дни войны, наши замечательные герои, которые не на жизнь, а на насмерть стояли и защищали нашу страну, нашу Родину. И мы должны знать и помнить свою историю и передавать ее будущему поколению. Случайные прохожие, услышав знакомые песни, присоединились к концерту и оставались до конца выступления. А некоторые и вовсе не могли сдержать слез. Как вам концерт? Понравился сегодня? Очень понравился. И единственное, что жаль, что не было широких объявлений. Я просто попала, милостью Божией, потому что вот живу в этом дворе. У меня воевали родители, они потом работали в этом институте. Тяжело. Как вы считаете, важны вот такие мероприятия? Они не только важны, они необходимы, иначе мы забудем, какого мы вообще родства, кому принадлежим. Мероприятие прошло в рамках проекта «Герои Хима», который стартовал 9 мая. Задача проекта – увековечить героизм химчан, фронтовиков и тех, кто ковал победу в тылу. В Химках помнят своих героев и чтут память предков. Именно поэтому недавно в рамках движения общественной поддержки был создан виртуальный музей «Химки 1941-1945. Все для фронта, все для победы». Каждый житель нашего города сможет увидеть тех, кто отстоял нашу родину в годы войны, и послушать о том, как это было из первых уст.